Сергей Князев, Санкт-Петербург. Представляем первую пару весовой категории до 46 килограммов. Красного лоб Расул Магомедов Расул Умидилло Абдурасулов Узбекистан. Финалист первенства России среди юношей 2019 Расул Магомедов, Россия, город Махачкала. Он 2005 года рождения, провел 78 боев, 72 одержал победу. Тренируется под руководством Абдурасулова. Продолжение следует... Расул выиграл чемпион Азии 2019 года среди юношей в Кювете Умидилло Абдурасулов Умидилло. Он 2005 года рождения, провел 40 боев, туристические одержал победу, тренируется под руководством Захина Курбоева. Главный судья нашей серии матчевых международных встреч, председатель судейской коллегии спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга Чехии, финалист Олимпийских игр в Сумме, победитель игр добровольных, неоднократный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР и победитель спартакиады народов СССР, один из первых боксеров-профессионалов за рубежом в США. Александр Артемьев, заслуженный мастер спорта Санкт-Петербург. Приготовиться к выходу на ринг второй паре Тегливанян Сайтахонов. Внимание судей, рефери второй пары, Лахмусов боковые, Имамов первый стол, Ядра второй, Акатов третий, Максумов четвертый, Агафонов пятый. Победу одержал боксер Сила. Рефери Антон Лохвостов, Беларусь. В ринг приглашаются боксеры второй пары весовой категории до 48.